Всем привет! С вами снова Илья Блэк Фалкон. И сегодня я смотрю поединок, который состоится 14 сентября. А именно бой между Дональдом Шавоне и Джастином Гэджи. Сейчас, можно сказать, Шад нашел в пользу Гэджи, и я думаю, он одержит победу нокаутом в третьем раунде. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто, по вашему мнению, победит и каким методом. Бой обещает быть интригующим. И мы начинаем нашу трансляцию. И первым, кто выходит, Джастин Хальвальд Гэджи. 22 поединка, 20 побед. 17 нокаутом и 1 болевым. И 2 поражения. А вот и выходит и его оппонент Дональд Ковбой Шавоне. 49 боев, 36 побед, 10 нокаутом и 17 болевым, 12 поражений и еще один бой был плюсом не состоявшимся. Юбилейный 50-й бой для Ковбоя. Шавоне уже в октагоне. Что ж, Ковбой старше, выше, и руки у него длиннее. Поздравляю Брюс Баффера, который и представил нам участников данного события. Лефи на сегодня Ивш Вавиш. И первым нам представляют Джастина Гэджи. А теперь нам представляют и Ковбоя. Что ж, Лефи напомнит им правила, и мы начнем. Не сразу плевешь друг друга, балыши. Первый раунд, поехали! Шарпшу вот так вот Гэджи, мимо. Шавоне пока что поддавливает. Будет пауза больше. Хайкик от Гэджи. Что ж, Гэджи начинает этот бой активнее. Удался Шавота от Джастина. Тагг
попадає червоний і потім Шон Джастін Гедже. Попытался сделать трикдаун Джастин, неудачно. Снова выдает ковбой. Вашмен. Трикдаун от ковбоя тоже неудачный. Мимо. Попадает Геджи. Клинч. Пока сейчас борьба в клинче у нас. Порчон Джастин Геджи. И сразу же отвечает Хайлайт. Попадает Шавоне. Мимо. Трикдаун от Геджи. Пока что, что же, трикдаунов у нас не было. Вашмен. Трикдаун от ковбоя. Первый успешный трикдаун у нас. Атакует ковбой. Забивает спину Джастин Геджи и поднимает столик. Вашмен. И первый нокдаун случается, Джастин Геджи падает. Не удается сделать башок к бою. Выбивает ногу Геджи своему оппоненту. Мимо. Не удается сделать тэкдаун Джастину. Вашмен. Снова попадает Шавоне, причем Джастин Геджи. Берут паузу большие. Попадает Геджи. И повод тэкдаун Дона Шавоне. Забирает спину. А нет, подъем, подъем. Ошибся я. Лишел Джастин его субита. Первый аут завершен, и он за ковбоем. 10-9 позже Дональда Шавоне. Нам показывают эпизод нокдауна. Швахтя ударил Шавоне. Let's see that again.
Good to have Brazil's Jenny Andrade in the building here. И у нас раунд номер два. Попадает ковбой. И снова в нокдауне Геджи. Пытается сделать болевой Джастин Геджи. Не удается выйти на болевой. Еще одна попытка будет. Снова бой в стойке сейчас будет. Красивая попытка была. Блэд к Джастин Геджи. Perhaps at this point he could change up the power with which he throws some of these strikes, maybe alter the tempo a little bit and try to make it so it's not just when it comes to his striking attack. Nice inside leg kick there. Вот паузы большие. Effective strike there by Beach. I think this is a brutal cut for him. Мимо. Мимо. Попадает Широна. И очередной тейкдаун наш. Пока что Геджи мало что получается. Фулмаунт. Забивает доминиус позицию Джастин Геджи. Шелоны переводят в клинч, и бой продолжается в столик. Вашмен. Апперкот, причем ковбой. Мимо. Попадает Шавоне. Неплохо. Хорошо, бой конкурентен. Клинч. И вошает его Шавона. Пока что идет бой в полтеле у нас. И пошел болевой от ковбоя. И походу сейчас бой закончится. Все, бой окончен. Повержен Джастин Геджи. And the commitment to getting the finish. You could tell he was in hot pursuit of that submission much earlier in the round, but he нам покажет, как это было. Let's
lets it materialize almost organically and ultimately gets the desired result. And here it is again, absolutely perfectly executed. Я даже не смог постучать на Джастин Гедже. Чисто от боли зашнул. Beautiful submission victory. So a seminal moment for him here tonight, Joe Rogan, as he gets the win by way of submission. Certainly one of the bigger wins of his career, and as big a statement as he could have made here tonight. Победу болевым приемом во втором раунде одерживает Дональд Ковбой Шевроне. Шевроне попал 107 ударов из 191, Гедже 92 из 175. У Шевроне по сильным 33 из 65, у Гедже 27 из 65. По нокдаунам 2-0, 4 из 6 у Шевроне нокдаунов, 0 из 5 у Гедже. 3 минуты 10 секунд контролировал Ковбой, 13 Гедже. По раундам. Первый по ударам 55-53, по сильным 22-18, по нокдаунам 1-0. По тэкдаунам 2 из 4, 0 из 3, контроль минут 0,3 и 7 секунд. Второй раунд. По ударам 52-39, по сильным 11-9, по нокдаунам 1-0, по тэкдаунам 2 из 2 и 0 из 2, контроль 2 минуты 6 секунд и 5 секунд. И первый раунд все отдали Ковбой. Что ж, на этом все. А с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставлю большой палец вверх. Пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!